Так, что у вас тут происходит? Шерлаков, как ты сюда попал? Прицелился в середину дверного проема и не промахнулся. Оставьте нас. Мне надо установить личность скупщика, которому все воры и грабители этого города отдают товар. И узнать, почему именно ему. Я не стукач. А как же они? Ты о них подумал? Красавица Марта и Никитка с Егоркой. Хочешь, чтобы они ненавидели отца? Кто это такие? Это моя жена и дети. Не жалко их? Ладно. Его называют антикэшбэк. Что за странное прозвище? Ну, ты, например, слышал про специи Мегафона? Нет, расскажи. Мегафон дает до 30% кэшбэка у более 500 магазинов-партнеров в 20 категориях товаров. А скупщика называют антикэшбэк, потому что он требует 30% сверху за молчание. Мегафон дает, а скупщик, наоборот, забирает. И что же делать с этим кэшбэком? Можно оплачивать связь, делать покупки онлайн или снять наличные в банкомате с банковской картой Мегафон. Я имел в виду, что делать с этим скупщиком. Ну да ладно, информация интересная. И все-таки, как найти скупщика? Сами ищите. Не жалко ее? А это кто? Твоя бабушка? Это фото я увидел в передаче. Пенсионерка проиграла знатокам «Что, где, когда». Черт. Действительно жалко. Ладно. Скупщика ищи в баре «Койот». А специи от Мегафона? На сайте сервиса special.megafon.ru. Молодец. Стой. Если меня посадят, позаботься о Марте с детьми и той пенсионерке. Обещаю. Шерлоков всегда держит свое слово. Никто не знает. Но вдруг краем уха услышали, что, оказывается, автобус подъехал с тыльной стороны другого забора. Как быть? Что делать? Для этого есть специальный джеки-чаковский трюк, чтобы перелезть. У вас есть буквально 3 секунды, пока он не закроет свои сучьи двери. По-моему, послышались. Значит, идем обратно. Есть. Это трюк. Отбойный молоток. Я научу его как-нибудь потом. Вы могли застрять, но это не повод расчаиваться. Нужно просто немножечко подождать. Очередной забор. А даже 2, может и 3, если хорошенько считать. За моими плечами. А это значит, что я все делаю правильно. Может, мы не успели, а на автобус, конечно. Выдохлись и порвали костюм. Но зато, возможно, научили других. И кому-нибудь облегчим жизнь. И он успеет. Но вообще, на бизнес стоянка машин запрещена. А это значит, что мне пора идти. Понадеялся. Господин невидимка, а можно я теперь позанимаюсь?
Спасибо большое. Да, приятно было увидеться. Вы сейчас спрашиваете меня, куда же можно отправиться ночью? Ведь все давным-давно закрыто. Да мест, я скажу вам, масса. И куда бы вы ни спешили, с моей помощью вы всегда прибудете вовремя. И никогда не пропустите самое важное и интересное для вас событие. Будь то кастрация приемного деда, либо драка лесбиянок со страусами. Ну что ж, а если перед вами открылся обыкновенный забор? Представьте, что вам очень сильно нужно домой, и перед вами оказался забор. И тысячи дорог, очень удобных, хороших, ухоженных. Но нет ничего лучше, чем перелезть через забор. Это намного быстрее, безопасней и прекрасней. Вот смотрите, перед вами забор. Фейковый забор, который, конечно, один в один похож на настоящий деревянный забор. Но если потрогать, вы поймете, что это на самом деле обыкновенный обман. И это какая-то тряпочка. Перелезть его не составляет никакого труда. Дело в том, что нужно всего лишь поверить в то, что этот забор совершенно не настоящий. И не бояться этих деревяшек. И никаких гвоздей здесь нет. Это все матрица. Мы просто... Он делает вид, как будто бы он из трухлявого дерева. Но не верьте. А вот же железка, судя по всему, настоящая. Ну что могу сказать? Очередной забор с моими плечами. А значит, что я все делаю правильно. Я не купился на провокации. И не стал верить в этот забор, что он какой-то там деревянный и опасный. Нет. Я все делаю правильно и буду дома вовремя. Всегда очень обидно читать подобного рода объявления. Ведь сразу становится грустно, что в ближайших кустах те могут напрочь откусить все яйца. Ну что ж, пока мы ее не видим и не слышим, и, возможно, даже никогда не встретим. Но мое шоу признано не для того, чтобы показать, как я умею лазить, а для того, чтобы предостеречь вас об этой опасности. И вот представьте, та самая пропавшая собака зарычала из кустов и уже повалилась на ваши яйца. Что делать, если перед вами открывается огромного размера забор из сплошных прутьев? Собака ждать не любит, и ждать она не будет, ни приголубит, ни поцелует. Нам надо срочно отправляться наверх. Дело в том, что здесь служба такова, что все прутья идут ровно так, и вот так ногу никак не поставить. Что делать? А очень просто. Занимаем горизонтальное положение и перелезаем через забор. Как будто бы лезем по обычному забору. Ноги стоят, держатся, и все очень удобно. Ведь если бы мы залезали вертикально, нам бы не было некуда поставить ноги. А так... Я практически как будто лез по лестнице, но только вбок. Собака тем временем уже лает как не в себя. Ну кого это волнует? Ведь мы сбежали от нее. И лучше раздавим эти яйца, чем оставим их ей. Спускаемся по тому же методу. Держимся и тихонечко поехали вниз. Раз. Очередной забор с моими плечами. А это значит, что я все делаю правильно. Берегите себя, свои яйца. И не оставляйте собак без присмотра, чтобы вам не расклеивать всему лесу эти сомнительные записочки. Ночь, ожидание, холод, боль, словно я расколот. И я ничего не вижу, сам себя я ненавижу. А еще представьте, что у вас за секунду отказали ноги. И остались работать лишь только верхняя конечность тела. Это руки и язык. И что же вы сделаете? Если перед вами откроется забор, а на вас сзади нападают какие-нибудь
Ну, не знаю, например, пусть даже будут какие-то обычные скелеты. Все, что вы можете сделать, это использовать обыкновенный подлаз. Нет, умная голова не может пролезть в эти вещи. Дело в том, что я очень завидная мать, ведь у меня широкий таз. Мне все об этом говорят. Но что делать, когда он не хочет делать? Для этого используем обыкновенный поворот на 180. И продолжаем выплескивать свое тело наружу. Дело в том, что сила асфальта должна помочь. Еще немножечко. Застряли сандали. Как же перелезть на ту сторону дороги? Хоть бы с рекламной интеграцией такси залетело. Я бы сказал, как быстро оно приедет и заберет меня отсюда. Что я все делаю правильно. Сейчас я приду в себя, стращу позвоночники и пойду домой. Вот только сандаль пал в смерть храбрых. Его, пожалуй, придется забрать. Он вроде так близко, а так далеко. Придется опять врать матери, что его украли куршуны. Ну ничего, она мне доверчивая. Рассвет. Я вижу свет. Я вижу свет. Господи, как же я устал обучать вас всем этим трюкам. Я вижу свет. Кажется, я вижу свет. Я иду к нему. Все. Я иду к свету. Там хорошо. И там мой сандаль. Привет. Там давным-давно мой левый сандаль. Как настроение? Давай, налетай. Не жди меня, мама, хорошего сына. Конечно, если он будет обходить. Черт знает сколько, вдоль всех заборов. Я этим заниматься не собираюсь. Я, как всегда, перелезу. И тогда мать дождется и обрадуется. И я наверну свежего супчика, который совершенно даже не остыл. Ну что ж, смотрите. Вот какой красавец там достался. Видели такой когда-нибудь? Я нет. Вот и раз, и два. Вот такой пупырчатый, заковырчатый, красивенький забор. Казалось бы, тут ногу можно поставить хоть куда, хоть паук перелезть, у него их 8. Но осложняется он тем, что здесь колючая проволока. Здесь, быть может, кто-то сидит, или кто-то, может быть, что-то еще сделал. Дело в том, что эта колючая проволока, если перелезть сверху, она может поцарапать тебе живот. А живот – это самое важное, что есть у человека. А вот спина никому не нужна. Разве что придется объяснять потом жене, почему она расцарапана. Но моя жена очень доверчива и поверит, что это на меня напали волки с нестриженными ногтями. Вот, пожалуйста. Надо всего лишь перевернуться и аккуратненько. Аккурат пуговица. Потерял пуговица. Мать ваша, я оторвал пуговицу. Вот он. Только, пожалуйста, только не сандали.
Ненавижу свою работу. Ну кто, если не я, научит вас перелезать в любой неожиданной ситуации? Никогда не обходите забор, не доверять никому и никогда. Никто, кроме меня, это не поможет. Весь YouTube молчит, выпускает конченые ролики. И только один я знаю, как сделать то, что вам нужно. Берегите себя, берегите своих близких и не врите матерям. Вы меня нахуй смущаете, идите нахуй. И теперь я буду дома вовремя. И последний слезе. Давай паузу. Вот здесь, вот прямо вот напротив дерева, когда я буду. И все, с этого момента я просто со всей силы выпрыгиваю туда нахуй дерево. Понял? Окей? Пока! Что встала? Пойдем! Встала она!